Всем привет, с вами доктор Абрамян, Ольга. Сегодня у нас 6-е сутки после комплексной пластической операции. Ольге была проведена круговая подтяжка лица со СМАС, с платизмопластикой, липосакция шеи, подбородка и повторная ринопластика. Я только что снял гипс, и Ольга захотела посмотреть на себя. Но я вообще, если честно, не люблю 6-е сутки показывать, потому что... Давайте в секрете. Не, он красивый. Мы можем посмотреть, уже не стыдно. Пойдемте. Уже не стыдно, но совершенно другой. Точно, совсем другой стал. Совсем. Меня домой не пустят, не угадают. 6 дней. Повторная ринопластика, она была очень непростой, оперировали долго, фейслифтинг со СМАС, с платизмопластикой, с небольшим прогибом Ольга пожелала, поэтому мы этот прогиб оставили. Маленький. Да. Ну что, как не, мне нравится, все, я понимаю, отек, все. Красиво, нужно, правда? Подождать, да. Очень аккуратненько. Я сужал спинку также, убрал эту ворвиночку. У нас была выражена асимметрия. Можно носовые ходы? Смотрите. Выраженная асимметрия была. Почти, можно посмотреть. Угу. Почти мы их выровняли. Да, подровняли. Да, Ну, все, нравится? Очень нравится. Ну, слава богу. Все, буду ждать дальше. Будем гипсоваться.